Друзья, всем большой привет, с вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. Я сегодня к вам не с пустыми руками, я с новинками. К нам приехала большая поставка новых цветов, новых моделей. Не все еще есть на сайте, не все успели отснять, поэтому хочу показать вам их здесь. Новые цвета вот этой уже полюбившейся модели с пчелой. Пчела здесь служит замочком. Открываем клапан. Внутри одно отделение, есть кармашек на молнии. Кармашек открытого типа, и спереди еще один кармашек. Сзади сумочка гладенькая, носим за ручку просто в руке или даже на сгибе локтя, или при помощи сменного ремешка в формате кроссбоди. Многие любят эту модель за то, что у нее на дне есть ножки, это очень удобно и практично. Ну и здесь, кстати, фурнитура сбоку тоже повторяет это. Еще новинка приехала вот в таком оливковом цвете. И вот такая модель есть у нас с шерстяным клапаном, разные расцветки. Здесь винтажная фурнитура, замочек открываем, клапан. Внутри одно отделение. Есть кармашек на молнии на задней стенке. И спереди кармашек открытого типа. Сама сумка выполнена из зернистой кожи. И вот спереди и сзади она такая гладенькая. Вся фурнитура в винтажном стиле, здесь еще по бокам металлические клепки. Ремешок в комплекте один, но он регулируется. Можем носить сумку как багет вот так вот на плече. Ну и всеми любимый кроссбоди тоже никто не отменял. Ну и расцветки, конечно, на любой вкус. И есть такая же модель в кожаном варианте. Открываем. Внутри все то же самое. Единое отделение, кармашек на молнии и кармашек открытого типа. Ремешок в комплекте также один и также регулируется. Поэтому носим или на плече, или кроссбоди, как кому нравится. Цвета, кстати, тоже в ассортименте, разные, поэтому выбирайте. А я напоминаю, чтобы выбрать сумочку, можно приехать в шоурум. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Или в магазин на станции метро Дыбенко. Также каталог доступен на нашем сайте. Кстати, заказы мы доставляем различными курьерскими службами. А по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная для всех заказов, где есть сумка по полной стоимости. Скоро вернусь и покажу еще больше новинок. А пока прощаюсь с вами, до следующих роликов.